Саня, это называется съезд в виде сосиски. Чего случилось? Холодно? Снег попал под варежки? А где холодно? Ну все, домой пойдем. Домой пойдем? Нет. А то у тебя варежки насквозь уже мокрые. Варежки твои насквозь мокрые. Еще катиться-то будешь? Я позднее буду катиться. А какая толк греть? Смотри, какой толк греть, если у тебя варежки все равно мокрые, ты их сейчас оденешь и замерзнешь, а? Сань. Я тут недавно узнала, что мы приписаны к этой школе на холме. Да. Это типа сквер. 11-я школа. Вот там с горки Санёк катается. Ты песню заела. Ну что, сынуль, давай эти свои варежки одену и в колясочку, давай. Нет, немножечко. Ну вот это был третий раз, тогда еще два раза скатись. Да. Я тебе разрешила 5 раз, вот осталось 2 раза. Да. Не, коляску тяжело поднимать. Нет, коляску тяжело поднимать по лестнице. Мокрая. Лестница не то, что мокрая, а просто по ней тяжело. Она очень большая и тяжело коляску поднимать по лестнице. Там еще одна маленькая горочка, конечно, если аж хочется. Но я не Геракл коляску туда тягать. Ку-ку! Ха-ха! Ну, что такое? Давай еще разочек и поедем. И домой? Угу. Ну, говори всем пока!